Привет, друзья! Сегодня я приветствую вас на моем канале. Сейчас 30 подписчиков, я с вами очень рад. На моем канале сейчас юбилей, сало 30 подписчиков на моем канале, и я очень рад с вами, что вы продолжаете делать прогресс моего интернет-канала. Итак, ну что ж, начнем с разных новостей. Начнем с первого, что у меня начались изменения контрибулов. Я начал делать по версии от интернет-подписчика Arcanimantius, который сейчас в Беларусбул. И мне пришлось меняться и брать с него пример, и пришлось переделывать мои контрибулы. Типа борьба за власть. Это была первая новость. А дальше мы перейдем ко второй новости. Вторая новость в том, что у меня было посчастливилось. Я сделал предполагаемый проект иконки моего интернет-канала. И в том числе я начал изменение названия. Теперь мой канал будет называться типа Октябрьский революционный маппер. Если кому-то нравится это название, просто пишите мне в комментариях, что и пишите мне свои идеи, какие у меня должны быть. А заодно я могу продолжать делать контрибулы. Я уже продолжаю. И вот мне тоже почти. Мне сейчас третья новость в том, что у меня появились мапперы. Один из них это кубанский мэппер. Пожелаю ему тоже удачи. Я тоже говорю. Пожелаю ему успеха, и я тоже с него беру пример. Я чувствую, у него высматривал удаленные стримы Arcanimantius, которые Arcanimantius удаляет их. И не пришлось брать с кубанского мэппера пример. Далее. Четвертый. В том, что мне удалось улучшать модели контрибулов. И вот первое, что у меня вышло, Америка, вот. Очки, такой яркий весь. Даже Украина такая, с усами, чубом, хвостиком на голове. Далее, пятая новость в том, что некоторых, которые нету в интернете, на сайте Белорусбол Вики, мне пришлось создавать их, обрисовывать их в виде таких обыкновенных, как сейчас. Только не совсем. Первое, что мне пришлось обрисовать, это Туркменистан такой вот с узором, мусульманский весь. Узбекистан такой вот. Тем более даже брать контрибулы с видео. Литва, Бразилия такая вот. И даже Киргизстан и других. Казахстан такой тоже появился на обновлениях, он стал ярче светиться. КНДР тоже стал ярче. И в том числе есть большое обновление, это Греция. Так вот, обрисовал. Далее Грузия от кубанского мэппера. Вторая модель. Короче говоря, старая модель Америки. Далее. Евразийский экономический союз. Сокращенно ЕС. И предыдущая модель Финляндии. Если спросите у меня в комментариях, как я могу сделать, объясню подробнее. Новость номер 6. Я их просто печатаю их на цветном принтере. Если у кого-то есть, то пишите название своего цветного принтера и скажите, что если у вас получится, то берите с меня пример, и я
и подписывайтесь на мой канал. В шестом что у меня удалось. Древний Египет, Луна, Исландия, Испанская империя, Аляска, НАТО, Римская империя и Греция. А в новом виде. Злится так. Далее. Российская империя, Германская империя, Османская империя или Турция. Россия времен распада СССР. Украина перевернута вверх тормашкой. Вот так вот. А Сомали, Ирландия, Армения. Это еще раз. Вот далее еще раз. Аляска, Испанская империя, Исландия. Далее народы Северной Америки и далее Боливия. Боливия, честно, у меня такая испуганная от Чили. Есть еще новенькие новинки. Третий рейх. Люксембург, который я перекрасил. Тоже его редакция от Голландии. БССР времен гражданской войны. Мексика и Марокко в половине. И еще новинки есть это. От подписчика Киверандрус, Киевская Русь Бул. Он тоже рисует. Так же, что и Беларусь Бул, кубанский мэпер. И пришлось за троих подписчиков брать пример. Да. Итак, у нас Куба, Украинская ССР, Речь Посполитая, Австрийская империя, Украинская повстанческая армия, Русское царство и Российская империя. Далее, на нем была Германская империя. Я ее сделал. Но, к сожалению, показать не получится. К сожалению. Вот, далее. Таджикистан с усами. Далее. Старая версия Кореи. Старая версия Великобритании. А вот сама Германская империя. Я думаю, что не справлюсь. Так, далее. Вот Казахстан такой круглый. Вышел из старой версии. Россия тоже слегка стала ярче. Так вот, да. Слегка ярче стала на свет. Выглядит более ярче. Беларусь тоже очень ярко и типа за 1995 год. Италия такая вот. Латвия. Испания. Далее я еще приду. В моем смартфоне произошли нападения вирусов. Не пришлось перезагружать его, переустанавливать, ничего не вышло. Если что мне делать, напишите мне в комментарии. И когда-нибудь справлюсь с этим проклятым вирусом. Это была 7-я новость. 8-я новость. После перезагрузки моего смартфона были удалены все оставшиеся 13 серий. Это теперь подойдут к первому сезону. 13 серия начала принадлежаться завершением первого сезона. Я создам также плейлист в интернете. А заодно я создам второй сезон. Только я не знаю, какие будут идеи. Если что, мне вы должны будете написать какую-нибудь либо идею. А я тогда могу выполнить одну из ваших идей, которые вы написали мне в комментарии. В общем, все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие жирные пальчики вверх, ставьте лайки. Желаю вам всем успеха и удачи.